Привет, дорогие друзья! С вами вновь профессор Антошка и мой юный ученый Виталик. Привет! Привет! Ну что, проведем сегодня эксперимент? Да. Ребят, мы продолжаем проводить эксперименты с сухим льдом. Вы уже много чего интересного увидите, но следующий эксперимент будет особенным. Итак, Виталик, ты пробовал когда-нибудь газировку? Да. А скажи мне, чем газировка отличается от просто воды? Ну, тем, что в ней есть углекислый газ. Совершенно верно. Газировка отличается тем, что она насыщена углекислым газом. Поэтому проведем эксперимент «Безумная газировка». Приготовим и попробуем нашей безумной газировки. Для этого нам, как всегда, потребуется теплая вода, наша вот такая вот колба с носиком, которая называется колба Бунзена. Возьмем колбу, наберем в нее теплой воды. Да. Побольше. Итак, есть. Ну что, Виталик, ты готов? Да. Держи перчатку, одевай ее на правую руку. Бери сразу еще одну перчатку и одевай ее на левую руку. А я возьму колбу с носиком и предложу тебе засыпать туда побольше сухого льда. Да? Да. Давай. Раз жменька и сразу же можно вторую жменю. Давай, бери и высыпай. Я тебе помогу. Отлично. Молодец. Итак, друзья, что же происходит? У нас сухой лед выделяет углекислый газ, а после этого мы с вами возьмем пробку и закроем в колбе горлышко. Посмотрим, что произойдет. Готов? 3, 4. Итак, закрутим и получаем безумную газировку. Ва! Вот это да! Крутая, веселая и безопасная. Хочешь попробовать? Да. Итак, открывай ротик пошире и держи настоящий заряд газировки. Друзья, очень интересный опыт эксперимент. И эксперимент. Ребят, химичьте и экспериментируйте вместе с нами, но только под присмотром родителей. Договорились? Договорились? Да. Ну что ж, до новых встреч, друзья. Пока-пока.